Ачивки нет, 2000 флоренов дали. Из этого убрали просто. Фу на вас. Теперь заново забираться наверх. Не хочу. Здорово, братан. Я тут вылез, да, из канализации. Ничего такого. Чё он там говорит? Чиполлино. Помню, что-то идет про Чиполлино. Пожалуйста, не трогайте нашего Чиполлино за разные места. Он еще несовершеннолетний. Что я говорю, вообще не знаю. Чиполлино. Ну я услышал Чиполлино, и первое, что мне пришло в голову, то, что итальянцы представляют Чиполлино, они же странные пидоры. В смысле, да, именно это я хотел сказать. Католики, католики, католические священники. Этот говнюк возродился, вы не поверите. Да, можно спуститься? Дебил. На мамку свою орать будешь. Ты серьезно, игра? Ты серьезно? Алло, что про... А, ну, как бы... Как вам сказать, ребят? Ну, как бы сказать, как бы... Ну, как вам сказать? Я готов... Ну, я готов лететь. Что мне с этим делать? А, ну вот, нормально. Блин. Плиз. Плиз, Ubisoft. Давай наверх. Это все. Твою мать. Кто сделал этот угол, мать его, за ногу? Ну, камон! Мы сможем, мы сможем, мы сможем! Как мне, вот куда, вот что здесь сделать, чтобы пройти на контрольную точку? Фак! И где я нахожусь? И что я хотел вообще тут взять? Вот эту, да? Почему меня так далеко возродили от этого дерева? Ну почему? Что? Ладно, недалеко, на самом деле, я отсюда выходил из этой сраной херни. Так, что еще? Игра? На этот раз? Какой раз я уже сюда забираюсь? По непонятным мне причинам. Где мои... даггеры? Чтобы еще этого кретина сразу завалить. Здесь ничего же нету, за что можно зацепиться, так и да? Серьезно? Идиот. Как сюда залезть, блин? Я вспомнил, я пока что не могу сюда залезть. Здесь, короче говоря, нужен этот. Я должен встретиться. Все, я вспомнил. Я должен встретиться с этой гребаной розой. И она меня научит, как быстро ползать, то есть преодолевать большие расстояния. Черт, я вспомнил. Я помню тоже первый раз здесь парился, не мог понять, как туда залезть. А потом на. Потом, в общем, выполнил задание, такой, бляха, муха, кому это в голову вообще пришло? Ладно, все, я вспомнил. Но... О май гад! Плиз, Эцио, не будь наркоманом. Чё? Ничего не делал, пошел вон. Пойду к Леонардо лучше зайду. Что я сделал? Опять известность повысилась. Идите нахер. Ну, бью лучше кого-то сейчас. Там квадратик можно нажать и... Ну, какой-нибудь убью. Эцио, so good to see you. How can I help you? Сразу думал, такой, на. You found another one. How exciting. Yes, we just switch these two lines and then shuffle them left. Done. Окей.
Получен один квадратик здоровья. Квадратик здоровья! Квадратик! Так, мама. Вот. Я вспомнил про станции перемещения. Можно быстренько сгонять в Монтриджони. Как же вас много, а? Пошли вон отсюда, куски дерьма. Так, еще. Стоять, а тут где-нибудь есть? Вот на открытом месте уже этот продавец картин. А, ну сначала туда сюда сгоняю. Чтобы чипку выполнить. Там 29 тысяч флоренов. Надо тратить. Значит, переполнит этот сраный сундук. Заодно еще это можно, кстати, забрать. Так, ну это понятно. Как бы где оно здесь может быть? Я этого не нажимал. Неплохо. Ну это то самое здание, да? А, это всего лишь сундук, потому что это херня. Звук издает. В смысле... чертеж на стене. Так, надеюсь, здесь, да? Это то самое место. Да, по-моему, вижу. Нет, не вижу. Ладно, хрен себе, сейчас найдем. Че, первый раз, что ли? Так, с другой стороны. Эдсо, плиз. Спасибо. Угу. Ну, здесь было несложно. Да иди ты в жопу, затрахали. Просто орут и орут на меня. Орут и орут на меня. Хватит орать на меня. Я смертный житель миров. Спасибо. Так. 9 вижу. Вижу треугольник. Две полоски. И что еще? Треугольник, две полоски вижу. Ну, видимо, это... вот так. Вот так, потому что по-другому никак. Только треугольник, ну, треугольник вижу выделенный, две полоски вижу. На третьей фотографии ничего нету. Так что, вот так попробуем. Так. Пять, два, девять. Так, 5 это у нас... А, уже поставлено правильно. 2. Это у нас просто квадрат. 9 это у нас... ну, вот то, что я выделил. Угу. Ну, хорошо, если просто треугольник. Тогда 2 это... ага. Два как раз непонятно что. А, и понять тоже непонятно что. Окей. То есть, как это работает? Ага. То есть, это у нас может быть... Так, сейчас я понял этот пазл. То есть, треугольник, присобачиваем предыдущее. Получается... сейчас, подождите. То есть, подождите, если здесь квадрат, то мы присобачиваем к нему круг. Следующее должно быть круг, квадрат, квадрат. Да, должен быть круг, квадрат, квадрат. На пятерке. Просто нужно к два вместе объединить предыдущие и последующие. Так, круг, квадрат, квадрат. А два в двойке. Что тут есть? Три треугольника. Четыре треугольника и палочка. Хм. Ну тогда круг. Один круг.
Тема разрешения на проведение экспериментов. В ходе каждого опыта наступает момент, когда его результат надлежит проверить за пределами лаборатории. Мне не по душе то, что мы собираемся сделать, но это необходимо, если мы хотим установить новый мировой порядок. Только правитель, несдерживаемый совестью, может обеспечить своим подданным безопасность и процветание. Разрешите о действовать. Я полагаю, что историки нас оправдают. Боб родился. Это была, между прочим, отсылочка на кое-что для понимающих. Ну, я пытался навестись, как бы. Пока ж нет смысла это все смотреть. Еще 7. Так, тут ей можно куда-нибудь спрыгнуть? Ага, вижу. Так, окей, покупаем картину, едем в Матриджони, и можно приступать к... ко всему интересному. Так, можно, пожалуйста, я... снижу известность, чтобы меня больше не находили, плиз? А то просто бежишь, бежишь тебе. О, привет! На тебе плюс известность. Почему? А потому что нам захотелось. Ха-ха. А, здесь тоже есть. Окей. Ладно, это уже потом. А, блин. Только через мост. А что, мост закрыт, что ли? Что-то я не понял. Ладно, давайте здесь тоже найдем, что какая разница. А где здесь тогда? А, там закрыто пока что, что ли? Угу. Ну ладно. Ну блин. Черт, а где здесь может быть эта херня? Ладно, ну не на этой стороне. Может вообще снизу быть? Фак. Может снизу вообще быть? Можно ниже спуститься? Спасибо. Ничего не вижу. Хотя вон там что-то есть. Надо с другой стороны подсесть. Это может сундук быть, может еще что-то быть. Да, вон оно. Найдено! Изи. О, в какашках же плаваю, точно. Че это я? Какашки это... Что это за значок Prodigy? I don't know what's happening to me. I've been in the machine, you keep putting me back in, and I am losing control. It's all blurring together. Да, да, мы поняли. Спасибо за тебя, будет потрясающий DLC, очень, очень интересный, прям капец. I'm holding a rifle. Gettysburg, it's in the distance. I just stabbed a man, and there is blood on my waistcoat. I'm at the opera. Soprano, so beautiful. I'm in bed with her. She cries as I fuck her. I'm speaking at the forum. No one listens. I'm in the forest hunting. Oh, the moon. Я, да, понял. Ты поехал. А, ну ладно, хорошо. I have to stay here until you understand. Listen, why do we have these gifts, these abilities? Because it's in our blood.
Окей, спасибо. О май гад, семена были посеяны, когда два мира стали одним. Ассасины, узрите детей двух миров. Клеопатра и Цезарь. Что здесь надо выбрать? Допустим, Юпитер Ио. С лебедем. А вот Психея. Окей! Ладно, хорошо. Я не понял смысла, я просто наугад. Ладно, хорошо, неважно. Так, что теперь выплывать надо, ё-моё. Блин, ну почему художник за... Ну, как бы. Другие точки не дают сейчас гонять пока что. Ну, в смысле, другие точки обзора заюзать. Здесь нигде живописца нету. Может быть, есть? Ладно, хрен с ним. Пойдемте эту точку обзора разберем. Заодно и задание выполним. А вдруг? Сканает. Эта точка, имею в виду. Задание-то в любом случае сканает. Хотя... Так, стоять. Алло, а где? Как бы... Чё? С другой стороны? Или просто потерялся, как бы... Какую жопу тебя засунули, поэтому у тебя все плохо идет, скорее всего. С. Торговлей. Подобал я наконец слова, пока пытался понять, что я хочу от него. Не получилось? Забейте. Как я ловко-то всех оббегаю, а? Опять какашки, да господи. Ненавижу этот город, потому что здесь везде какашки перекрывают тебе путь. Просто попробуй найти дорогу среди какашек. Пошли вон отсюда. Поганые ублюдки. Дорогу среди какашек ты найди. Так, здесь надеюсь. Чуваки, мне сюда можно вообще? Понятно, я все понял. Сам ты дог, понял, да? Снуп Доги Дог. Пошел в жопу от меня. Заиграл он там, но ну вдруг он отреагирует. Так, окей. Сейчас бы наверх подняться. Спасибо. Здорово, пацаны, как вас, как вы тут на крыше? Нормально? Жнёт всяких дип... Идёшь в жопу. Все, и ты меня не видишь. Ты же меня не видишь? Ты не можешь меня видеть. Пацан заглючил. Ну и ладно, хрен с ним. Как бы плевать. Пусть там стоит, как дебил, такой, а может он вернется? Ну блин, может он вернется? Живописец мне нужен здесь. Живо писать будет мне тут. Ну чё, есть? Нет? Открылся? Нет? Да как так? Серьезно? Здесь нигде нет живописца? Что, шутите, что ли? Вот же жопошники-то, а? Или, может, я слепой? Да нет, нет живописца нигде. Охереть.
Не встать просто. О, прям в колодец, ребят, рип. Так, ну ладно, херен с ним. А, кстати, девчонки, пойдемте. Тут у нас есть кое-что интересное. И оно перекрыто... А, вонючим, как... вонючими какашками. Сколько можно, а? Стрел убью там нахрен из тех, кто стоит и обороняет кодекс. Пошел вон! Я его только что вырвал. Пока он все. Ладно, не важно. Так, идем. Где они там стоят? Вон они стоят. Норм. А мне насрать, у меня как бы эти где-нибудь дохерища. Нормально. Иди сюда, скотина. What the fuck? А ничего, стража нормально работает, так прикольно, мне нравится. Мне так обокрали, они такие, а давай-ка его зачморим. Нормас. Мы не только вернули свои деньги, то и забрали деньги вора. Отлично, я вообще ничего не делал, мне тупо эти деньги прилетели из никуда. Ай, Ubisoft, вы такие потрясающие личности. Вы видели этот бред просто сейчас? Иди в жопу. How best to get inside? Scale the wall and... Oh, that's not good. I'll never make that jump. Это тень. Need to find another way. Creeper. Вот. Лох. Дура, что ли? Remember you. We need to go. You never did apologize for knocking me over. Now. Va bene, where to? The water. That doesn't exactly narrow it down. Тут везде каки. Помогите Розе добраться до реки, окей. Не усп... Почему-то не могу сбежать. До свидания. Ну пошел вон. До свидания. Ты можешь Розу не бить, мразь? До свидания. Привет. До свидания, чувак. Ну чё, Роза, идем? Я же сказал, что её Роза зовут. Не знаю, почему я это помню. Забейте просто. Ты без меня бы справилась? Да, я уже вижу, как ты справилась без меня. Прям капец просто. Я думаю, да, она без меня справилась. Хера она там лупазит-то просто. Быстрее меня. Привет. Пойдем, Рози, давай. Рози! Рози, моя красавица! Да куда ты пошла-то? Алло, гараж, мы... А зачем вы бежали сюда вообще? Вот ответь мне, блин. Да пошел вон отсюда! Встал нахер передо мной. Я хочу заливить тебя, Элоунова.
Нормально самого жирного ты убрал, быстренько. Сзади зайдем к нему. Куда они приближаются, братух? Ну, давай побежим местами, где их нет, а? Ты же говорил, к воде, как бы. О май гад. Ты издеваешься, что ли? Ладно. Стоять. Что? Куда пошел? Куда ты пошел без меня так? Пошел вон. Я не знаю, как я пол хп не снял этот ублюдок с толстым мечом. Слушай, Роза, мы реально побежим через... Пошел вон отсюда, раб поганый! Там кто-то что-то сказал про дилды. Это все, что я услышал. А да, может, я тебя понесу, что ли? Давай. Я их не нанимал, алё. Я их не нанимал. Я же говорил. Ничего, что у тебя клинок в мою голову ходит. Роза. Онорато, Роза. Намецио. Он народ то. What do you mean I know? Non ora. Now is not the time for small talk. Are you blind? Они все за мной что ли? Окей. Просто тупо упала в никуда нахрен. Очень безопасное место, прям вообще не видно, кто где. Уго! What's this? Rosa's been wounded. Pass on here. We'll go the rest of the way in the boat. Careful. Go! I'll deal with the guards. Понятно. Да вы издеваетесь, что ли, а? За все цепляется просто, дурак. Где сама гондола? Еще один. Так, можно здесь чуть быстрее. Do something quickly. How? Готовы? Где еще, братаны? Да! Ну ладно. Иду-ка я сниму плакатик один. Как-то слишком сильно известность повысилась. Да куда? Ну что? Зачем ты на бабу прыгаешь, дебил? А что попрыгать-то всех забивает? Сюда пойду. А мне сюда и надо. Чё дальше?
Ага, спасибо. Здесь меня инкогнито сделать после этой миссии, мне не придется срывать всякое говно. Так. Что дальше-то куда? Я что-то не понял. Врагов вроде впереди не вижу. Так, сюда? Ну, здесь снова никого нету. Далеко нам ехать, братан? Может, ты в открытое море уйдешь, не знаю. Ну, все-таки сюда идет, понятно. Куда он пошел? Окей. Может, мне, в принципе, туда тоже с ними? Окей, я какой-то странный путь выбрал. А у вас там чувак лежит на лодке, нормально, да? А, нормально, окей. Say a prayer later. I need to see... I need to see Antonio. Antonio, Vagaudo. Antonio, ammette. Do what he says. Quell'ultimo arrivato dagli ordini. Что делаем-то? Чуваки, сделайте меня инкогнито, пожалуйста. Can't you see I'm bleeding? А, понятно. Окей, я понял. Hurry up, Coglione. I'm not looking for you. Ну, сори. Эй, wake up! Вот видишь, ты жила, пока я не подошел. Может быть, я несу смерть? Может, я мор, чума? We need help. Where's Antonio? Make yourselves useful. Clear a space for her. Put her down there. Харе бухать. Че бухаете это все тут, а? Дайте бабе побухать. Ом, I've sent for help. Thank you. Rosa, what's happened? Just get this out of me. Soon, soon. Let's have a look first. Clean entry and exit through the thigh. That's good. Get it out! Rosa, we must take care not... Now! Now! Че ты рожаешь-то как будто? Че ты орешь-то? I'm sorry, Piccola. Sorry! Ficcatelo nel culo, you're sorry! Go fetch Bianca and be quick. О, Бьянку, согласен. How? Take a clean piece of linen. When I remove my hand, press the cloth into her wound. Are you ready? Нет. Now! Ben fatto. You work well under pressure. Если бы не приложила на базопа? Геймовер? Не все сначала? Порка, путана! Аванти! Get Rosa inside so that Bianca can close the wound. You'll be all right. The worst is past. Ti venisti il cancero, brutto bastardo! A te anche la grandissima troia di tua madre! Thank you. Rosa is most dear to me. If I had lost her... I've always had a soft spot for women in distress. So I've heard. Don't look so surprised. We know all about you, Serezio. Your work in Florence and the rest of Tuscany. Good work, too. If a little... unrefined. Then you know why I'm in Venezia. I can guess. When you have a minute, come see me in my office. There's something we should discuss.